Сроки ожидания медицинской помощи для онкобольных сократят с 2020 года. Между начальным подозрением на рак и приемом у онколога должно пройти не более 3 рабочих дней, а на госпитализацию отводится не больше недели. Такие сроки закрепил федеральный Минздрав в своей программе государственных гарантий бесплатной медпомощи. Сокращать сроки чиновники стараются каждый год, заявил член рабочей группы по развитию ОМС Алексей Старченко. Тем более, что на федеральную программу по борьбе с онкологией в следующем году выделят 50 миллиардов рублей сверху. Всего получится 120 миллиардов на следующий год. А если врачи затягивают или не дают нужные направления по полису ОМС, звоните в свою страховую, советуют чиновники. Вопрос быстрее решится.